Музыкант Игорь Николаев с женой и 6-летней дочкой накануне прилетел в Дубай. А сегодня артист отмечает день рождения. Известный певец и композитор Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой растит дочь. Звездная семья наслаждается долгожданным отдыхом в Дубае. Супруги любят прилетать в ОАЭ зимой. Игорь Николаев поделился забавными фото с дорогой Вероникой. Поклонники умилились семейной идиллией и порадовались за артистов. «Приключения начинаются», — написал Игорь Николаев. «Дубай, Дубай, какой же ты прекрасный», — присоединилась к мужу Юлия Проскурякова. Кстати, Вероника учится в подготовительной группе музыкальной школы при Московской консерватории Чайковского. Недавно у девочки прошел отчетный концерт, на котором она представила пьесу собственного сочинения. Девочка выступила вместе с папой, а Юлия Проскурякова посвятила любимому мужу публикацию, в которой поздравила музыканта с личным праздником. «С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый. Любим! Твоя семья, мама, Юля, Вероника, я и еще, Люда, Павел, Ольга, Артемий, Злата, Зоя и Чита Николаевых», написала Юлия в Инстаграм. К поздравлениям Проскуряковой присоединились звездные коллеги именинника. «С днем рождения, маэстро», поздравила именинника Зара. «Игорек, с днем рождения, здоровья и вдохновения», пожелал Игорь Крутой. «Игоречек, дорогой, с днем рождения тебя от всей души, удачи и радости, вдохновения и благополучия твоей замечательной семье», поздравил Леонид Агутин. «Игорь, дорогой, с днем рождения», присоединилась Валерия. Напомним, Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова официально оформили брак в 2010 году. Маленькая дочь Вероника, единственный совместный ребенок звезд, появилась на свет в 2015 году. У композитора также есть взрослая дочь Юлия. Она родилась в первом браке артиста с одноклассницей Еленой Кудряшовой. Юлия Николаева отлично ладит с нынешней женой своего папы и очень любит единокровную сестру.